ля 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 ля. Здравствуйте, девочки и мальчики. Добрый вечер, ребят. А где Хрюша? Вообще. Ой, вон он, Хрюша. Под столом сидит. Хрюша, добрый вечер. Хрюш, привет. Хрюш, почему ты не отвечаешь? Чего не здороваешься? Потому что меня нету. Интересно, как тебя нет? Это игра такая. Если сейчас сюда придет милиционер и спросит, тут Хрюши нет, вы отвечайте. Не, сами его ждем. Странная какая-то игра. Обычная игра, называется прятки. С милиционером? Ага. Вот я перебегал дорогу, а он как начал свистеть, значит, надо прятаться. Степашка, а расскажи, как ты переходил дорогу? Ну, я посмотрел сначала налево, потом посмотрел направо и перешел. А что смотреть-то? Я же не в музее. А как же ты перешел дорогу? Ну, вы, Роман Евгеньевич, спрашивайте. Я, как все, ногами. Хрюш, а скажи, пожалуйста, какие правила дорожного движения ты знаешь? Ну, какие? Если ты маленький, то надо дорогу перебегать быстро-быстро. А если ты большой, можно не торопиться, тебе и так все дорогу уступят. Вот если бы я был как слон. Ты думаешь, этого достаточно? Конечно. А что еще-то? Ну, в таком случае я расскажу вам одну историю. Согласен? Ага. А история-то как? Она интересная? Ну, мне кажется, что эта история будет не только интересной, но и поучительной. Особенно для тебя, Хрюш. Слушай. Ну, слушаем. В одном городе, очень давно и очень далеко, у каждого жителя было по слону. На слонах ездили по делам, ездили на работу и даже ездили за город. Там были чудесные поляны с высокой, густой, красивой травой, с цветами, а за полями был лес, а за лесом было большое озеро с чистой и прозрачной водой. Ну вот в городе появился первый автомобиль. Авто значит сам, мобили значит подвижно. Первые автомобили были очень капризные и часто ломались. Вот, пожалуйста, громко трещали и дымили. Ну что, поможем? А то ведь история не получится. Поможем! Ага. Ну-ка, поехали. Так, пошла. Вот так. Но это был один из первых автомобилей. Потом, конечно, они стали все лучше и лучше. Их стало все больше и больше. Ну да. Ну вот какие автомобили вы знаете? Скорая помощь, пожарная, легковая, милиция. Ой, а что? А можно без милиции так как-нибудь? Ну как же без милиции, Хрюш? Смотри, сколько у нас машин. Ну как-нибудь обойдемся? А? Давайте, а? Ну, пожалуйста, попробуем без милиции. Но за все, что произойдет, будешь отвечать ты. Согласен? Ну, согласен, да. Вот это другое дело. Вот это другое. Роман Евгеньевич, а где же слоны-то? На слонов места не хватило. Как вы знаете, слон – самое большое животное в мире. А все место на дорогах заняли машины. Нет, но без слонов скучно. Я хочу слона. Роман Евгеньевич, а можно одного маленького? Пожалуйста. Пока он был маленький, ему всего хватало. И еды,
и питья. Но вот когда он вырос... Ой, смотрите, какой большой! Что же теперь делать? Пить хочет. Это мы сейчас. Поехали. Ой. Пожалуй, сколько угодно. Ой. А как быть с едой? Тюрь я. Какие расти травка. Пожалуйста, кушайте на здоровье. А я вас предупреждал. Маленький слоненок, маленькие заботы. А большой? Ну, что будем делать дальше? А я придумал. Вот так. Нам нужно просто-напросто перейти отсюда за город. Вот и все. Там... природа, вода, трава, цветы. Степашка, иди сюда. Не упади. Ну, вот так. Сел? Ага. Ура! Поехали вперед! Вперед! Ну, куда смотрит милиция-то? А? Когда надо, их, ну, никогда нет. А в этом городе ее и нет. Мы же с вами договорились. Да? А что делать? А я знаю. Вот. Сейчас. Погоди. Я выращу огромный-огромный одуванчик. И слону цепится за его стебелек хоботом, и они вместе, когда ветер подует, перелетят через весь город. Вот. Ну что ж, попробуй. Вот так. Молодец, Степашка. Полетели. А что это? Вы слишком сильно дунули. Одуванчик разлетелся и слон упал. Вот это да. Надо придумать что-нибудь понадежнее. Я их попрошу остановиться и пропустить слона. Эй, стойте, подождите, куда пропустить? Эй, ну подождите же! Можешь не рассказывать, что с тобой произошло, мы видели. Почему вы ничего не придумываете? Ну, придумайте, а! А то наш слон погибнет от голода и жажды. Придумайте! Ну, я знаю одно средство, как остановить машину. Как? Ну, рассказывайте! А вот смотрите. Это что такое? Что-то правила дорожного движения. Ха! Как же эта книжечка... может остановить такой поток машин. А вот как, смотри. Смотри внимательно.
видно. Подойди поближе, Степаш. Ну, вы, конечно, сразу узнали. Это светофор. Да. Его слушаются все машины. Да. Ну, вот посмотрите. Красный свет. Да. А если нет светофора? Пожалуйста, я вам нарисую пешеходный переход. Его тоже машины уважают. И вас пропустят. Роман Кич, ну что ж вы встали? Нарисуйте быстрей пешеходный переход. Или нарисуйте знак «Проезд запрещен». Или «Осторожно, дети». Да! Понимаешь, Хрюша, мы так много рисовали, что у нас совершенно не осталось красок. Ну что же нам теперь делать, а? Их почти дошли. Ну хоть бы нам маленький-маленький знак краски хватило бы. Знаете что, я вам предлагаю заглянуть в книгу. В правила дорожного движения. А я знаю. Нужно сначала осторожно посмотреть налево. И если машин нет, то тогда можно дорогу переходить до середины. А потом нужно посмотреть направо. Так? Правильно. И убедившись, что машин нет, можно спокойно переходить улицу. Ура! Ура! Волшебная книжка! Надо же, такая тоненькая, а все может. Это еще не все, что она может. Но об этом в следующий раз. Слышите, уснул? У него сегодня был трудный день. Да и вам тоже, по-моему, пора отдохнуть. Да, не мешало бы. До свидания, девочки и мальчики. Пока, ребята. Спокойной ночи. Приятных вам снов, ребята.